Я хочу сказать о том, что сейчас армянский народ переживает труднейшие времена своей истории. Это не только граждане Армении, живущие в государстве Армении, которое правильно давно действительно назвать Республикой Восточная Армения, потому что это и есть географически, исторически Восточная Армения. Называя ее Арменией, мы отказываемся от Западной Армении, мы отказываемся от колониально-армянских земель, Вани, Эрзуруми, мы отказываемся от Киликии, Каппадокии и многих других земель. Да потому что такого морального урона армянская нация во всем мире никогда не терпела. Когда один подонок, интеллектуально ущербный, продал, а сейчас все больше и больше появляется фактов о его продаже Нагорного Карабаха, по сути чести и достоинства армянского народа, цепляясь руками и ногами за власть, боясь уйти, ибо зная, что его ждет жесткая участь, как и ждет всех предателей, по сути продолжает своим пьянством, шизофренией и прочей деятельностью, которую трудно назвать правлением в Армении, продолжает терроризировать армянский народ. Настало время армянскому народу осознать, где бы они ни жили, в Армении, за пределами Армении, что надо сплотиться и этот позор армянского народа убрать. Убрать, чтобы никогда больше об этом даже не вспоминать. Это и есть спасение армянской нации.